В 2020 году подмосковные центры занятости направили около 6 тысяч безработных граждан на получение дополнительного профессионального образования. Из них 5107 человек уже завершили свое обучение. Для переподготовки и повышения квалификации в центры обратились 702 женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Руководитель Одинцовского центра занятости населения Татьяна Пульянович сообщила, что в первой декаде декабря безработным жителям Московской области работодатели предлагали около 50 тысяч вакансий.